Стеклодув из Тайфынка Григорий Буранков сегодня работает не в лаборатории. Привычные для себя приборы он сменил на лопату. Мужчина вместе с коллегами вышел на уборку улиц в рамках санитарного средника. Вот ветки собираем, мусор по краям, снег кидаем, вот, чистим, подметаем уже. Активисты, как говорится, помогают весне, ведь помимо уборки мусора с обочин, они еще раскидывают снежные сугробы, чтобы они быстрее растаяли. Настроение у всех приподнятое. Хотим, чтобы чистый был город был. Масштабная работа по уборке города разделена на три этапа. В общей сложности убираться работникам предприятий придется на 29 улицах, а также на магистралях и дорогах протяженностью 278 километров. Уборкой занимаются и дворники. Им приходится куда сложнее. Вот кадры с улицы Бызова-1. Здесь местный курильщик за зиму усеял весь газон окурками. И такая картина почти во всех дворах, так что работы предстоит много. Закончить уборку планируют к первомайским праздникам. К весенним средникам могут присоединиться все желающие. Для того, чтобы обозначить территорию и бесплатно получить инвентарь, неравнодушным горожанам нужно позвонить по номеру 39 48 75.